Так, это у нас Сатурн на вертикальном взлете 25 апреля 2021 года. 4:39 по Киеву в Харькове. Это настройки 125 ISO. Опять же, тем, кто спрашивал, при минимальном ISO четкость изображения наилучше, но очень темная картинка. Сейчас выдержка 1:30. Ну, сейчас попробую. Ух, не буду, наверное, даже резкость пробовать. По-моему, я так хорошо снял. Я только что МКС, но настройки ISO там были 3200. Вот можно предыдущий дубль на этом канале посмотреть и понять разницу. Насколько более пластилиновое изображение. Упс. Но зато с такими повышенными настройками светочувствительности мы видели вверху относительно Сатурна какую-то звезду рядышком. А сейчас мы и Сатурн видим едва-едва. Но учитывая, что он сейчас находится от нас на расстоянии 1 миллиард 500 4 миллиона километров, удивляться не приходится. Ну куда ж ты сбегаешь? Ты мой хороший, ты мой золотой. Ладно, пошли к Юпитеру. До Юпитера сейчас 801 миллион километров. Он к нам приближается, как и Сатурн. И Луна, кстати, в первом дубле я еще Луну успел снять, она сейчас уже вообще на горизонте лежит. Двадцать седьмого числа будет Луна в перигее, то есть на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите. И кроме того, будет полнолуние, то есть у нас будет так называемая суперлуния, когда перигей совпадает с полнолунием. Будет красиво. Да, но вот даже галилеевых спутников не видно при таких настройках светочувствительности. А экваториальные полосы нам не позволяют видеть облачность, да? Ну не облачность, это дымка. Хорошо. Юпитер, Сатурн. Следующий дубль сделаю уже другими настройками светочувствительности. Там у нас скоро встанет солнце. Разве не красиво?